Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы с вами будем продолжать в игру Shadow Fight 2. Турнир. Так, ну что ж, поехали. Немножко мы прокачали своего бойца. Мы тень, естественно, будем против стервятника сражаться. Посмотрите на наши глаза, мы как демон. Ну что, ребята, реакция пошла, пошла. Ух ты, какой ты. Стервятник такой, я и не ожидал, что он такой будет, короче. Такой чувак серьезный. Так, мы купили себе клинки. И этими клинками теперь мы можем... наносить суперудар. Так, реакция отличная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, упали, 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 ничего. На тебя, а такого не ожидал удара. Ах ты ж такой. А вот такого не ожидал. Ай-яй-яй-яй-яй. Он со своими мечами зарежет сейчас меня. Тихо, тихо, тихо. Так, осталось совсем чуть-чуть. Ребята, хоть... вот так вот. Отлично. Ха-ха, уложили на лопаточки его, ребятки. Супер. Так, второй раунд. Ребята, второй раунд. Это еще не конец. У нас еще есть второй раунд. Тебе вот так вот сделаем. Вот так вот. Тебе еще вот так вот. Сальтуху, крути сальтуху! Как-то сальто от... слабовато у нас. Сальто выходит. Так. Отличненько. Давай, давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Ах ты ж такой. Ах ты ж такой. А на тебе вот так вот. А, так вот не ожидал. Ай-яй-яй-яй, ребяточки, ребяточки. Да что ж такое-то, я не понял-то, а? Куда ты лезешь-то? Куда ты лезешь? Кто тебя просит лезть? Я супер-чемпион, а ты кто? А ну на тебе вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Ах ты ж такой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята! Да все, заколол он меня своими мечами. Третий раунд. Да что ж такое, стервятника очень тяжело победить. Ну что ж, бой. Пошел, 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 пошел. На, получай, получай. На тебя с ноги. Ага, не ожидал, а вот так вот, не ожидал. Вот так вот, на тебе, на тебе еще. Да, стервятник серьезный боец, ребята. На тебе, вот так вот, догонку. Ах, ты же перкудом, да? Ага, ты ж какой. А я вот так вот. А я вот так вот. На, вот так вот ногой. И вот так вот тебе. На, получай. Ах, ты ж такой, на. Так, тихонько, а то еще победит меня. Такими жизнями. Нет, ребята, мы его уложили на лопаточки. Отличненько! Просто супер! Так, дорогие друзья, отлично, мы победили. Так, дорогие друзья, обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, если вы еще это не сделали. Обязательно нажмите на красненькую кнопочку подписаться на мой канал. Обязательно ставим пальчики вверх, комментируем видео. Если будет комментарий нормальный, я на него всегда отвечу. Ну что, ребята, давайте, может, перейдем в меню. Может, у нас появились какие-то улучшения после того, как мы замочили стервятника. Так, у вас нет изученных умений. Изучить кобра. Конечно, будем изучать. Изучено. Отлично, ребята. У нас теперь есть кобра. Мы изучили кобру. Так, это что у нас? А, мы, в принципе, здесь и есть, да? Так, награда получить. Получить. Все, награду мы получили. Денежки. Так, все отлично. Так, давайте, ребята, посмотрим, может, какие-то открылись доспехи новые нам. Улучшение. Давайте купим улучшение. Конечно, улучшить. Еще раз улучшить. Давайте улучшим по максимуму. Все.
Все, уже улучшение на самых высоких настройках. Так, здесь пока все закрыто еще. Давайте улучшим себе костюм для того, чтобы можно было драться без проблем. Все, костюм на полную. И шапка наша, где наша доспехи. А, все, напомню, все. Меню, давайте в лобби. И, естественно, давайте войдем в бой и продолжим наш бой все-таки. Уже 9-й бой у нас, так что давайте как-то потихонечку. Для боя нужна энергия, она восстанавливается со временем. Но ты можешь восстановить энергию за кристаллы. Вот, возьми эти 5. Хорошо, бой. Используй кристаллы, которые дал тебе сенсей, чтобы восстановить энергию. Отлично. Поехали, ребятки. Так, кто у нас здесь? Железный, ребята. Он в натуре железный? Сейчас посмотрим, какой он железный. Ах ты ж такой. Ах ты ж... ребята, я не успел даже пальцем пошевелить, как он меня уже успел уложить. Ничего, мы сейчас покажем ему, на что он способен. На, вот так вот, на бой тебе. На, вот так вот тебе. Не ожидал? На тебе еще и вот так вот. Ах ты ж такой, поганец. На тебе, вот так вот, вот так вот, и ногой, еще раз, апперкот, вот так вот, отлично, ногой давай, ай-яй-яй, да что ж такое-то, хоба, хоп, рука, нога, ребята, он меня сейчас побьет, надо что-то срочно делать, на, первая пошла, вторая пошла, все, отличненько, первый раунд мы уже выиграли у него, давайте перейдем, собственно, ко второму раунду. Второй раунд такой конкретный у нас получается. Ох ты, он приемами, ребята. Ты приемами? Ну, ничего. А как тебе вот такой приемчик? Или вот такой вот? А? Вот так вот. А если вот так вот? А вот так вот, не ожидал? Ах ты ж. Я Рейден из Mortal Kombat. Все. Отлично, ребята. Мы победили. Супер. Так, идем дальше. Идем дальше. Так. Смотрим, что у нас дальше. Дальше 10-й бой. Раунд 1. Бархат. Ребята, мы уже с ней дрались. Она на новом уровне, что ли? Наверное, на новом уровне. Ну ничего, мы ее быстренько укоротим. Иди сюда, дорогая. Я тебе сейчас покажу, как нам драться, как дерутся настоящие мужчины, а не ты. Девчонка, еще не дай бог мне девчонка победить, это будет вообще позор. Вот так вот ее, круто. Вот так. Отлично. Уложили ее на лопаточки. Отличненько. Супер. Так, кто следующий? Кто следующий? Ты второй уровень, да? Иди сюда, дорогая. Иди сюда. Я тебе сейчас покажу, на что я способен полностью. Вот так вот. Вот такой удар не ожидал от меня. А вот так вот. Вот так вот на тебе. Ой-ой-ой, упали, встаем, поднимаем, ах ты, такая поганка, иди сюда, я сейчас тебя научу жить и драться нормально, дерись как настоящая женщина, не будь трусихой, отлично, ребята, мы ее замочили, это просто не может не радовать, потому что мы продвигаемся, собственно, дальше. Чем дальше мы продвигаемся вперед, чем мощнее мы становимся. Мы покупаем себе суперсилы, мы покупаем себе... 11-й бой уже, ребята, мы покупаем себе доспехи, мы зарабатываем много денег, мы открываем новое оружие, разбойник. Так, ребята, мы играем сейчас против разбойника, давайте его накажем, естественно. Ху!
Ого, ребята, он с палками. Да, против палок, против лома нет приема, без базара. Да, палками, конечно, можно забить соперника. Ай-яй-яй, ребята, уже почти поровну жизни, надо уничтожать его. Ребята, все, он меня замочит сейчас. Жизнь одинакова, ай-яй-яй. А все, как так-то проиграл я, блин, как так-то, а? Я должен был вперед пройти, а не проиграть. Все, конечно, у него один удар палкой, и я уже... У меня уже нету жизни, ребята. Как я могу вы... Да нет, смотрите, у него один удар, и я упал. У него какие-то супер палки там. Я проиграл, ребяточки, я проиграл. Это означает, что нам нужно улучшить своего бойца, прокачать его еще немножко, потому что мы слабоватенькие. Не сможем мы его победить с такими успехами. Тут закрыто еще все. Так, ну что, что у нас тут по доспехам, дорогие друзья? Сейчас посмотрим. Да нет, ребяточки. Улучшаем нам уже забрать. Давайте улучшим. Так. Здесь уже улучшено. Здесь уже тоже улучшено. А мы можем взять вместо клинков, ребята, мечи, два ножа. Надеть. Улучшить их. И попытаться выиграть бой. Давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет теперь. Что у нас из этого теперь выйдет? Так. В бой. Да, разбойник, конечно, да. Крутой чувак. Зараной, ничего не скажешь. Мы теперь с мечами. Это означает одно, что мы... Ах, ты ж гадость такая. Мы можем победить, а можем и не победить. Ого, ребята, у него один удар, у меня все жизни, смотрите. Да все. У меня все жизни сняло. Неужели мы проиграем и в этот раз? Надо тренировать своего бойца, ребята, чтобы выиграть. Давай, схватка, смертельная схватка. Кто же выиграет этот бой? Куда, куда, куда? Ай-яй-яй-яй. Такое-то. Да, все, замочил он меня. Так, ребятушки, что я вам скажу? Надо мне бойца увеличивать его доспехи, покупать ему, увеличивать его проходимость, выносливость. И чтобы не проиграть, в следующий раз мы обязательно выиграем. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был Юра. До встречи. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. Буду очень рад. До встречи.